Всем привет! Сегодня мы будем искать трамвайный вагон Татра Тресу, списанный. Смотрите. Там-там-там-там. Смотрящая за домом. О, сосед. Хочу поздравить своего любимого мужа, коллегу Александра, с днем воздушно-десантных войск. Желаю оставаться таким же сильным и красивым. Ну и что, ты готовишься? Спасибо. На торт греем. Очень много сегодня. Обязательно его греть. Да. Уверен, что она будет звучать неоднократно сегодня в эфире, но так что мы сделаем. Что-то ты тут чеки бросаешь. Новый для тех, кто отмечает сегодня день воздушно-десантных войск. Смотрите. А, ты на косарь бензином заправляешься. Осторожно, дверь закрывается. Все, отправляемся на поиски Татры Тресу. Я знаю, в принципе, где она. Возле, короче, Ленинского районного суда. Ты всегда тут не любишь ездить? Ну, кто любит-то? Вон она, Татра Т3СУ и Татра Т6Б5СУ. Поворотник включенный. Мы поравняемся с 3288 Татра Т3СУ по первому маршруту. Видим первую колесную пару, рукопожатие, троллейбус БКМ по шестому маршруту. Мы стоим на желтый сигнал. А почему ты здесь не хочешь поворачивать? Здесь нельзя. Почему? В автобус. А. Стрелочные переводы. Еще Татар 308 маршрут. Поворачиваем направо, налево и проезжаем трамвайный переезд. Я бы не выключал поворотник, потому что скоро поворот. А я знаю. Ой, ё-моё, какая дура! Троллейбус ЗИО-682 надо бы покрасить. Едем вдоль контактной сети троллейбусного маршрута номер 6.
Вон он, автобус Mercedes-Benz, 57 маршрут. Остановка Дом пионеров. Троллейбус БКМ 41-32. Вы слушаете Катун ФМ. В Барнауле 14 часов. Это что, наши фары там отображаются на автобусе, да? То, что в центре уже подделали более-менее, но есть еще там участки, которые у нас предстоит в следующем году, например, проспект Ленина. Ну, что это у нас? Объемная дорога. В смысле? Которая привлечет с собой много затрат. Светофор. От северо-запада до космонавтов, а все остальное мы будем включать уже в проект следующего года. Напомню, в этом году на ремонт дорог Барнаула по проекту «Безопасные и качественные дороги» из бюджета всех уровней выделено 911 миллионов рублей. Короче, выделили миллиард. Директор хозяйства благоустройства, транспорта и связи города Антон Шеломенцев. 44 дорог, 8 в эксплуатацию ввели, 10 объектов у нас в высокой степени готовности. Это значит, что осталось нанести буквально разметку где-то. Обочины подделать, въезды, и 31 объект у нас тоже. Значит, такая Юрина, блядь, Юлина маленькая. Вижу иногда, что люди включают поворотник, а сами им не пользуются. Зачем? Почему? Он чуть-чуть обогнул же влево. Не, даже на трамвай вижу, что трамваю не надо поворачивать, у него поворотник мигает. Вот, зачем? Потому что мы огибаем. Ага. Вот эту вот фигню аварийка. Контактная сеть, камеру ставить, наверное, какую-нибудь. Стало не просто эпизодом в его биографии, но и определило всю дальнейшую жизнь. Служил я в Приморском крае, отдельно резервного парашюта десантного рота. Где наш поворот? У нас вот девиз никто, кроме нас. Одел-то уже берет, да, тельняшку. И сказал эти слова обратно, а оттуда уже нет. То есть только вперед. Этот девиз мне по жизни помогает жить. И работаю как бы в средствах разделения. То есть и стало это вопрос. А, вот да, вы уже смотрите, пол. Мы входим в правый поворот. Ну и дорожка. Потому что встречка. Дегустация меда нового урожая, выставка и конкурсы. Балтийский край возвращается в жаркая погода. В ближайшие дни столбики термометров будут все ближе к 30-градусной отметке. А 4 августа в дневные часы будут прогреться до 32 тепла. Ура! В отдельных районах дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный с усилением до 14 метров в секунду. А у меня на этом все. Глеб Полянский, Катунь ФМ. Троллейбус ЗИУ 4075. Вы слушаете «Милицейскую волну» на радио Катунь-ФМ. Информационная продукция для лиц старше 16 лет. Я видеорегистратор, пацаны.
Жалко. Сейчас я... Пацаны, мы приближаемся, сейчас найдем Татру. Где-то здесь, да? Тут машина, нахрена. Смотрите, вот она, Татра Т3. На закрытой какой-то территории стоит. Это есть? Можно я туда потом вдаль пройду?